Максимально поддержать местных туроператоров намерены в Югре. Помимо существующих налоговых льгот для малого и среднего бизнеса, это могут быть прямые субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма. Отрасль сейчас переживает нелегкие времена. Нет возможности зарабатывать, а значит и развиваться. Сюжет Ольги Даукшс. С уникальными этнотурами Анастасии Зоровой из Новоганска уже знакомы туристы столичных городов Москвы и Санкт-Петербурга. В январе успешный старт. Десятки путешественников восторгались жизнью настоящего стойбища и экскурсиями в югорскую глубинку. Уже в марте ситуация изменилась. Должны были приехать бабушки с района. Для них подготовлена была от меня экскурсия в Новоганск с ночевкой в гостинице «Таежная». Но так как пандемия нарушила все планы, тур сорвался. Вот ограничение, запрет перелетов. Из приезжающих только редкие командировочные. Из-за распространения коронавируса бизнес оказался парализован. Как следствие, практически нулевая прибыль. Хотелось бы обратить внимание чиновников на внутренние проблемы, а именно содействие в отсрочке платежей за электроэнергию, либо отмены авансовых платежей, либо компенсацию полностью или частично, так как на долю содержания гостиницы приходится 90% средств платежей именно за электроэнергию. Для нас это очень важная проблема, глобальная. Деятельность своей гостиницы Анастасия вынуждена приостановить, а в Новоганске отель единственный. В холодное время двухэтажное здание обогревают с помощью электрического котла, других вариантов нет. В месяц за электроэнергию набегает сумма до 40 тысяч рублей. Во время вынужденного затишья легче не работать вовсе, чем нести бремя долгов. Из бонусов лишь отсрочки по уплате налогов и выплаты в размере МРОТ на каждого работника. Как пояснил глава Нижневартовского района Борис Соломатин, антикризисную поддержку от муниципалитета Зоровой окажет в индивидуальном порядке. Готовы содействовать тому, чтобы сохранить то, что ей наработано на сегодня. Я не могу говорить, много или мало, но наработано. Она человек активный. Верхние нары застилают оленями, либо лосиными шкурами. Здесь располагается вся семья. Религия, мировоззрение у нас анимизм, то есть это вера в духов. В каждой избе имеется вот такая священная полочка, где хранили домашних идолов. А это уже село Варьоган. Залы этнографического парка-музея пустуют, экскурсоводы на удаленном режиме работы. Только главный хранитель фондов обстоятельно рассказывает нам о том, как жили ханты несколько столетий тому назад. Некоторые строения, например, маховой дом «Полуземлянка», видно, нуждаются в восстановлении. Пока туристов нет, здесь хотели бы провести ремонт и инвентаризацию. Но все ограничивается лишь работой в онлайн-формате. Все уже устали сидеть дома и ждем, когда, наконец, закончится вот эта самоизоляция. От приостановки туротрасли все страдают по-разному. Кто-то материально, другие морально. Встреча путешественников, жаждущих новых знаний и эмоций, здесь, надеются, произойдет скоро. Ольга Даукшс, Дмитрий Евдокимов, Вести Югория, Нижневартовский район.